Всем привет, с вами опять проект «Реальные почвы». И я, несменный ее ведущий, Михаил Романов. Сегодня мы поработаем над руками. Сегодня у нас будет тренировка по френчу ворону. Это атлет про бодибилдинг. Сразу скажу, да, что данный атлет отличается вообще своим тренингом от остальных, да, звезд. Почему? Потому что он более хардкорный, у него жесткий. Вот, там, конечно, не присутствует огромный акцент на технику, да, больше на поднятие весов. Но мы все равно сегодня сделаем акцент на технику больше, да, но потренируемся по его схеме сегодня. Это схема бицепса и трицепса прокачки. Вот. Ну и все по порядку. Сегодня сами все увидите. Поехали. Начинаем с первого упражнения. Первое упражнение у нас будет подъем, сгибание рук, гантели стоя, попеременно, на бицепс. Вот, первый у нас будет бицепс. Вот, я себе тут выстроил небольшую артиллерию из гантелей. Вот, буду делать по возрастанию, да, то есть 12, 16, 21, и потом 21 сделаю два подхода, и потом обратно 16 и 12. Тем самым максимально пробью бицепс, да, то есть будем делать попеременно, хотя как бы попеременная работа, да, не очень оправдана в том плане, что когда сгибаешь одну руку, вторая рука отдыхает, да, но мы все это дело будем компенсировать взрывной техникой, да, то есть будем работать быстрее, чем обычно. Вот, отдых у нас будет где-то примерно минута между подходами, вот, чтобы не терять накачку мышцы, соответственно, памятник, чтобы не пропадал. Вот. Ну что? Продолжаем подтягивать вверх. Вот. По соотношению с ногами он маловат, намного маловат. Вот. Ну и, соответственно, делаем упор. Да? Бицепс доводим до максимального, да, вообще утомления. Можно даже порой тренироваться до такого, до такой степени, чтобы уже чувствовать, как пропадает памп. Да? Но это, опять же, не для новичков. Вниз. Выворачиваем наружу для того, чтобы максимально сократить бицепс. Двух главных мышц плеча. Первый подход. Растягиваем. Не забываем растягивать. Засекаем минуту. Берем минуту и дальше работаем. Так, что у нас по времени? Минута прошла. Что могу сказать вообще, да? То есть френч ворон импонирует мне очень этот атлет, в том плане, что, ну, в плане хардкорных тренировок. Стиль у меня чем-то похож, да, иногда тоже прихожу в зал, начинаю бомбить. Вот. Соответственно, бывает, порой я забываю про технику, но, как говорится, желание поднять больше преодолевает порой. Вот, нежели сделать технично правильно, хотя это неправильно. Делайте все технично правильно, вот, и тогда у вас будет результат. Вот, не старайтесь поднять больше, старайтесь поднять качественнее. На технику больше, на качество проработки данной группы мышц. Делайте на это внимание. Еще будет интересная тема у нас. В дальнейшем поснимаем, как бодибилдинг в остальных видах спорта. Да? То есть, как раньше от него отказывались, избегали, да, упражнений с отягощениями. И как, наоборот, сейчас к нему приходят все больше и больше, да, там много атлетов из других видов спорта. Все делают акцент на бодибилдинг, потому что это основа. Основа строения тела, да. Что такое бодибилдинг, да, это строительство тела. Соответственно, без него, да,
Вы можете быть на одном уровне, да? Но включая тренировки с отягощениями в своем виде спорта, да, вы можете превзойти тот порог, который у вас уже есть. Соответственно. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Это гладиатор 051. Там вы тоже увидите много всего интересного. Вот. Там же будет предреклама предстоящих роликов. Вот. Так, минутку засекаем. И теперь обратно спускаемся. Мучаемся до конца. Закончили мы это упражнение. Сейчас переходим к следующему. Это сгибание рук в кроссовере с прямой ручкой. Вот. Там уже поработаем на скорость. Там уже будет где-то в диапазоне там 15-20 повторений. Так, следующее упражнение, да, сгибание рук в кроссовере. Вперед, не назад, да, вперед, и работаем. То есть мы не закидываем сюда спиной, все делаем четко. Заключительный подход у нас сейчас. Напоминаю, что мы работаем в диапазоне 4 подходов. 20-25 повторений. Отдых между подходами минута. Читинг допускается туда. В последнем подходе. На предпоследнее повторение. Вот. Все остальное время мы должны делать чисто. Следующее упражнение у нас это молотки, так называемые, да, то есть будем работать в таком же диапазоне, как мы делали первое упражнение на бицепс, только молоток, у нас упражнение молоток нацелено на брахиалис, да, плечи, лучевая мышца, она находится вот здесь, то есть, если вы видите, вот, этот шарик, это брахиалис. Это брахиалис, да, то есть, что он делает? Он выталкивает, повторюсь, да, уже был разговор по этому поводу, бицепс наверх. То есть, ну и рука становится объемнее, массивнее. Ну и она вообще, в принципе, нужна, да, для соревнующихся атлетов, и не только. Вот, чтобы рука имела законченный вид. Вот. Ну что, начнем работу. Работаем также попеременно на каждую руку. Вот. В диапазоне 10-15 повторений. Go!
теперь обратно. Вот такая была работа на брахиалис, и сейчас будет следующее упражнение. Заключительное упражнение на бицепс. Руки макаронины, пик хуйня, поэтому этим упражнением мы сейчас будем пробивать именно пик бицепса. Вот, упражнение будет с скамьи скота, штангой с прямым гриппом. Вот. Будем работать так же, минута отдых. 10-12 повторений, вот, 4 подхода, я думаю, что уложим. Вот. Ширина хвата у нас не широкая, стандартная, да, то есть вот так, шире не надо, локоточки параллельно друг другу, то есть стараемся их держать ровненько для того, чтобы проработать пик. Вот, ну что, начнем работу. Дальше будет трицепс, его вы увидите во второй части. Это была тренировка по брейчворму, тренировка рук. Также вся информация будет в видео номер 2.